Всем привет! И наконец-то этот год подходит к концу. Да, этот год был очень интересный. Было много путешествий, было и хорошее, было и плохое, было очень интересное, было и не очень. Ну, в общем, как обыкновенный год, да? Да, и хорошо, что он заканчивается. Ну и как бы плохо, наверное. Мы не умеем говорить так красиво, как наш президент. Да, то есть это вот вообще не наше. Да. И хотели поздравить вас, наших дорогих и любимых подписчиков, наступающим Новым годом! Годом кого? Годом мышки! И что же мы хотим вам пожелать? Ну, наверное... Счастье! Да, молодец! Вот, счастье, правильно! Больше путешествовать, больше узнавать мир, не сидеть дома, не потому сидите, что... Не сидите, пожалуйста, дома. Да, не тратьте свою жизнь на сидение дома, потому что тут делать реально нечего. Да, вокруг такая красота, и она рядом. Да, не замыкайтесь в четырех стенах. Ну, у кого есть четыре стены? Да, может быть, сейчас дома хай-тек идут с одной стенкой. Есть горы, есть природа. Да. Да. Так что все в ваших руках. Прямых и ровных дорог. Людей попроще. Денег побольше. Путешествовать больше. Да, огромных мешков вам богатства, счастья, здоровья и любви. Ну, хотя, с другой стороны, не в мешках счастья. Да? Ну и, конечно, элементарных путешествий. От элементарного трио. Элементарных путешествий от элементарного трио. Ну, а мы постараемся быть с вами в следующем году, делать лучший контент, интереснее места. Снимать красивые места. Да. И струиться к вам позитивом. Да, да, да. Позитив. Безграничным. Да, аж камера он сдвигается от нашего позитива. Так прет? Прет. Так. Ну, а еще хотим поблагодарить наших любимых подписчиков за ваши теплые, душевные, замечательные комментарии, которые давали нам стимул продолжать снимать, продолжать дальше работать и показывать все это только благодаря вам. Вот они, эти комментарии. Но это еще не все комментарии, потому что все комментарии мы не могли просто вставить в это видео. Это безграничное количество. Мы вас очень сильно любим. Спасибо вам. С Новым годом вас. Во, поперло. Всех с Новым годом. И у нас есть, как всегда, небольшой подарочек. Да, это наши фейлы. Да. Подборка, маленькая такая подборочка небольших наших фейлов со съемок. Они всегда бывают, бывает смешно, бывает немного страшно. Но всегда это интересно. Потом просматривать и смеяться над собой. Это да. Смотрите, наслаждайтесь и... С Новым годом! Вы звали, вы писали, вы говорили... Говорили вы опять? Говорины. Немного пыльная машина, но мы тут не по этому поводу. Мы так ехали-ехали и случайно заехали на озеро Жана-Лашколь. Мы ехали-ехали и случайно заехали на озеро Жана-Лашколь. Как? Жана-Лашколь? Тоже вот что-то разрушено. Просто воспроизвести это сложно. Все выкорчевано. Жана-Лашколь. Ой, красавец, красавец голубоглазый. Ну-ка, иди сюда. Да что ты отворачиваешься от камеры? У тебя какой-то не этот. Прыгнет? Я заснял. Пока что парк прикольный. О, воришки. Че воришки? Что там нашла? Не гладь ее. Смотри, что-то. Вот бы ее потрогать быстро так. Не надо. Цапнет. Иди отсюда. Иди отсюда. Че-то пинком обезьян не ушатал.
потрогала обезьянку? Пошли отсюда. Спина обезьяны чуть не шатала. Что, свою обезьянку защищали? Ужас. Звук напоминает фильм «Война миров». Смотрели? Вот точно. Реально, звук фильмов ужасов. Не, ну прикольно. Бежим! Инновационный процесс ловли рыбы. Мутним воду, она теряется и головой врезается в камушек. Получается сотрясение и всплывает. Тут мы ее вылавливаем. Просто необычайно прозрачная вода, прям красота. Заново. Просто необычайно прозрачная вода, прям красота. Заново. Просто необычайно прекрасная вода, красота. Каменная птица. Как так сложили камушки? Неожиданно. Фантастика. Ровно. Фантастика. Люди просто молодцы. Они сами творцы творцов. Беги! Беги! Беги, за нами гонится красота природы! Беги! Быстрей! Давай, 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 на камеру, на камеру, на камеру. Какой запах от них хороший. Это личинки шелкопряда, ничего страшного. Запах обалденный. Тут каждому по одному. Я не буду, Андрей, точно. Давай бахай сам. А зачем их чистить? Надо чистить. Я их надо чистить, не так. Андрей. Еще один заказал, хватит. Ну, что-то потянулось. Говорят, утро доброе. Говорят, утро доброе. О, рыба! О, чё? Чё пугаешь? Что же, блин, это у вас в крови, да? Не довести. Говорят, утро добрым не бывает, но здесь это возможно. Рыба, смотри, пошли ловить ее. И да, у нас второй день. И новые приключения. Какие? Мы куда-нибудь поедем. Мы в Приозерск. Какие тут приключения? Нет, новые, все, дальше не будем. Все, да, идите. Абсолютно все. Ну, шоколадка ему, судя по всему, понравилась. Мне бы тоже она понравилась, но она мне не досталась, потому что у нас есть ослик. А этому ослику ничего не досталось.
И тут мы дошли до главной достопримечательности. Тут мы дошли до самой крутой точки, это джинсы. Да, вон оно. Давай. Please, help me. Help me. Help. Боже. Вы куда идете? Не надо думать случайно? Можно с вами? Один выходной. Громче. Один выходной. Ну, как бы вся, я думаю, информация готова. По водопадам, по водопадам. Сегодня ходим по водопадам. Нет, у нас этот, есть рум-тур. А у нас waterfall. What the fuck? Waterfall tour.